Собираемся мы примерно раз в год, иногда чуть чаще, на этой сцене. Вот, Сашу мы можем поздравить, который по центру сидит, Еременко, с тем, что он стал лауреатом международного конкурса, как исполнитель на гитаре. Вот, а еще с тем, что у него скоро день рождения, буквально завтра. Послезавтра. Первая композиция... Рок-н-ролл, он говорит. Приглашают кавалеров. Или наоборот, кавалеры дамов.